Всем огромный привет! Меня зовут Лада. Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео мы с вами будем украшать мою елочку. Также я буду декорировать свой дом рождественскими декорациями, украшениями. Хочу сказать, что я это обожаю. У меня очень много украшений и декора. Я ни разу не минималист. Я люблю красивые украшения, чтобы их было много, чтобы дом светился лампочками, огнями. В общем, в предыдущем влоге я вам показывала, как мы покупали нашу живую елочку и почему она у нас на улице, на нашей веранде. Вкратце скажу, что в этом году мы решили елку поставить не в доме, а здесь, на нашей веранде, потому что у меня маленький ребенок, и он эту елку просто-напросто перевернет, и от нее не останется ни одной игрушечки и елочки. Вот, пожалуйста, видите, уже пошел. Здесь у нас вот такая вот веранда. Я здесь планирую все красиво украсить. Вот эта вот небольшая фреска у нас здесь. Мой муж ее просто намертво туда прицепил. Она, конечно, не вписывается, но я ее красиво задекорирую рождественским венком. В общем, если вам интересно такое видео, оставайтесь со мной, мы с вами будем вместе украшать. Подписывайтесь на мой канал, и если вы не видели еще предыдущий влог, где мы покупаем эту живую красотку, вот она какая у нас, то я оставлю ссылочку, обязательно посмотрите. Ну, а мы начинаем!
Thank you.